Всем добрый день! В этом видео хочу вам показать еще один способ, как можно использовать банановую кожуру в качестве подкормки для наших комнатных растений и цветов. Банановая кожура содержит много витаминов, аминокислот и много калия, и других микро- и макроэлементов, которые поддерживают здоровье и способствуют развитию растений, повышают их устойчивость к вредителям и болезням. Также стимулируется развитие мощной корневой системы и запускает пышное яркое цветение. Чтобы заготовить подкормку, необходимо сосушить банановую кожуру. Делать это можно, используя, например, батарею. Затем кожуру нужно измельчить в муку. Такую муку можно хранить несколько месяцев в закрытой емкости и использовать по мере необходимости. Точно так же можно засушивать мандариновые корки и перемалывать их в муку. И затем использовать вместе с банановой, перемешав примерно в пропорции 1 к 1. Чтобы приготовить раствор, необходимо залить 1 столовую ложку муки 1 литром чуть горячей воды. Затем нужно настоять раствор пару часов, после чего его нужно процедить. Затем можно поливать цветы под корень по увлажненной земле. В период вегетативного роста такую подкормку можно давать цветам раз в 2 недели. Спасибо, что посмотрели это видео. Не забудьте поставить лайк и подписаться на канал.